Экопарк, это зона 1. Это студию вы ищете, да, или что? Однобедрумная. Сумма какая, максимальная сумма аренды? 1200 вставляю. Так, начать поиск квартир. Но она одна, эта квартира сейчас есть. Которая на Форест Хилл, да, 62-я улица, да? Но она есть сейчас в наличии, пожалуйста. 1119 она стоит, да? А, но, не одна, их три квартиры. Одна страница, три квартиры. Есть одна квартира за 1119, вторая 1395. 1400 и 1295. Это Квинс, да. Это все однобедрумные, да, Квинсы. Вот которая вас, наверное, интересует. Forest Hills, 62-я, Road. Да, она есть. Но там животных нельзя. Написано. Ну, пожалуйста, она есть в наличии. Заходите на сайт. Вы неправильно что-то делаете. Посмотрите внимательно. Я только что проверил, есть. Адрес, чтобы получить, вам нужно оплатить, и вы получите доступ на 3 месяца ко всем 4300 квартирам, не только к этой. А сейчас вы можете просто-напросто нажать на регистрацию, да? Вот, вы заходили туда, в раздел «Регистрацию»? А что, там не написано, сколько платить? Там в районе $70. Ну, поменяли, по-моему, цену сейчас. Сейчас, подождите. Нет, $79 стоит платить. 79, но это, смотрите, за $79 это доступ к квартирам, которые меньше $2500 стоят. Если вы хотите $99, то все 4300 квартир, там даже больше, там уже почти 4500, без посредника все квартиры, то есть это напрямую собственники, агентов там никаких не будет, тогда все квартиры вы получите. Но я так понимаю, вас квартира интересует за 1000 с чем-то, поэтому вам можно 79 заплатить, и вы получите все квартиры. Там их очень много, я думаю, около 2000 квартир будет. Те, которые меньше $2500 стоят, да. Пожалуйста. Это база американская, сайту 18 лет, русская версия просто с 1 февраля начинает работать, то есть как бы мы сервис именно русской версии, а вообще как бы это американская компания, очень крупная, самая большая база недвижимости в Нью-Йорке. Пожалуйста, без проблем, звоните, если будут вопросы. Пока.